В финале соревнований сошлись команды МЧС и УФСИН. В красивой, бескомпромиссной борьбе победы добились волейболисты службы исполнения наказаний. Дуэт в составе Дмитрия Садовникова и Олега Пепинова в двух партиях переиграл пару Александр Леонтьев и Ильнур Салюков. Бронза у команды судебных приставов. Проигравших в этом турнире, конечно, нет. Естественно, вас ждем здесь, чтобы могли приехать, потренироваться, позаниматься, поиграть в любое время. Дня и ночи. Качеством новой площадки для пляжного волейбола остались довольны все. Все шикарно, все хорошо. Вообще, песок обалденный, игра приятная. Ощущения сделают, и мы вообще ощущения сделаем. Поэтому спасибо нашему динамовскому, ульяновскому «Динамо». Тут же на месте было принято важное решение, которое поддержали все коллективы физической культуры Ульяновского общества «Динамо». На будущий год планируется включить именно пляжный волейбол в программу спартакиады Ульяновского общества «Динамо». У нас есть только классический волейбол, но с будущего года мы обязательно включим и пляжный. Модернизация лыжной базы «Динамо» не ограничилась волейбольной площадкой. Только в «Динамо» впервые в Ульяновске можно сыграть в диск-гольф. Вместо лунок здесь корзина, а вместо мячиков – диск-тарелочки. Суть игры проста – пройти отрезки дистанции за минимальное количество бросков. Игра очень занимательная и не требует никакой специальной физической подготовки. И очень привлекательна для проведения массовых мероприятий большими группами людей. Журналисты «Ульяновской правды» одними из первых попробовали ульяновское ноу-хау. У фотографа Павла Шалагина не только меткий глаз, но и твердая рука. Есть! Ох ты, Паш, все! Ты в команде! За последние год-полтора, наверное, очень активно мы стараемся развивать эту базу. Естественно, приглашаем всех желающих, всех любителей спорта и физической культуры посетить нашу лыжную базу, где работают настоящие профессионалы, которые могут и организовать судейство, могут показать мастер-класс, могут провести мероприятия, соревнования. Приглашаем спортсменов поучаствовать и в лыжных гонках, приглашаем спортсменов поучаствовать в пляжном волейболе и в других видах спорта, которые мы здесь развиваем. Лыжная база «Динамо» открыта для всех желающих. На Майской горе в Заволжском районе есть пляжный волейбол, велосипеды, бильярд и, конечно же, спортивное ноу-хау – диск-гольф.